как умственного, так и физического. Мы рассмотрим, как ты можешь видеть некоторые расширители. Мы рассмотрим тазовую палочку и немного смазочных материалов, а также некоторые аксессуары для крепления к твоим расширителям. Мы немного рассмотрим цены и упаковку, но, конечно, я опубликую пост ниже. Я отмечу ее страницу, а также ее веб-сайт чтобы ты могла изучить это подробнее и увидеть все остальные вещи, которые она предоставляет. Но это просто потрясающие продукты, которыми мне не терпится поделиться с тобой. Потому что, как я уже сказала, они исцеляют как психически, так и физически. И если ты еще не заглянула в мой блог, обязательно зацени это, чтобы понять, почему это было так полезно для меня при моих травматических родах. Во время моего путешествия со свящом, операции и всего, что между ними, я все же верю, что расширители ты могла бы приобрести и начать использовать самостоятельно без физиотерапевта. Но я настоятельно рекомендую записаться на прием к своему акушеру и получить направление на прием к физиотерапевту тазового дна. Извини, у меня прямо во рту пересохло. Так что ты можешь найти свою истинную триггерную точку, потому что, как и у любой другой мышцы твоего тела, там могут образоваться узлы. И тебе действительно нужно видеть, с чем ты работаешь. Но мы немного пройдемся по этому вопросу с тазовым дном, тазовой палочкой извини. В любом случае, так что давай продолжим и начнем с расширителей. Как ты можешь видеть, это упаковка из четырех штук, которую я купила. На самом деле я купила весь этот пакет вместе. Всего один расширитель стоит около 15 долларов, а затем его цена может вырасти до 200 долларов, но это определенная инвестиция, которая стоит каждого пенни. Я не могу вспомнить, прилагалась ли к нему эта смазка, но я почти уверена, что четверка с тазовой палочкой и смазкой на водной основе точно подошли вместе. Я перепроверю это для тебя. И я также отправлю свою посылку ниже, которую я купила. Так что на самом деле там 8 расширителей. Как я уже сказала, ты можешь купить их по отдельности или в упаковках по 4 маленьких, 4 средних и 4 самых больших. На самом деле это средняя упаковка. Я выбрала среднюю, потому что я уже работала с физиотерапевтом тазового дна над растяжкой и ослаблением некоторых мышц. Так что если ты раньше не слышала о расширителе, это действительно отличные продукты, которые можно использовать, чтобы помочь растянуть влагалище, особенно после травматичных родов. Или у вас был небольшой разрыв, что-нибудь в этом роде. Так что это просто для того, чтобы вернуться к этому, вернуться к своей сексуальной жизни, снова использовать тампоны, потому что у меня все еще отношение любви и ненависти к тампонам. Но мы приближаемся к этому, и они мне помогают. Но это не только для людей, у которых был ребенок. Его также можно использовать по мере того, как мы стареем, наши влагалища теряют свою эластичность, и вы начинаете испытывать некоторую сухость, а наше влагалище просто начинает укорачиваться. Кроме того, если у тебя, к сожалению, был какой-либо вид рака, и ты подвергалась облучению у тебя тоже могут возникнуть эти симптомы, и эти продукты могут быть отличными и для тебя. На самом деле это медицинский силикон, одобренный управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и их очень легко вставить. Конечно же, со всеми твоими продуктами ты будешь использовать свою смазку, о которой мы поговорим позже. Но это действительно здорово. Мне нравится, как она согласовала их по цвету и сделала забавный дизайн для очень интимного продукта, о котором люди на самом деле не говорят. Так что я подниму это, чтобы ты могла видеть. Это третий размер, и ты можешь видеть, что у нее эти забавные цветочки внизу и сверху. Так что ты можешь видеть размер с помощью этого. Кроме того, у них есть некоторый изгиб, которого не будет у тазовой палочки. Так что их очень легко вставить и вставить. И я нахожу, что даже просто этот подъем прямо здесь было очень легко вставить и вытащить. Но я покажу тебе прикрепление второго размера для дополнительного аксессуара. Тогда это четвертый размер, так что ты можешь видеть по моей ладони. Я не знаю, поможет ли это. Ссылка на размер прямо здесь. Значит, это четвертый размер, а затем у тебя есть пять. Опять же, я думаю, что получу рекомендацию на своей ладони, если это поможет. Это пятерка. А последняя шестерка прямо здесь. Покажу тебе заднюю сторону и, может быть, дам ориентир своей ладонью. Надеюсь, это поможет показать тебе этот размер. Так что, как я уже сказала, это средняя упаковка. Но ты также можешь купить маленькие и большие или купить все восемь вместе, и ты сможешь увидеть все это на нашем сайте. Так что очень быстро, давай я покажу тебе вложение, чтобы у нее тоже была возможность использовать ручку. Так что если тебе кажется, что ты недостаточно хорошо держишься, когда вставляешь это, ты можешь приобрести ручку. И опять же, цвет должен соответствовать твоим размерам. У тебя бирюзовый маленький, розовый средний, а затем оранжевый большой. Так что ты бы взяла, я просто возьму средний. Значит, ты взяла бы свой расширитель, вставила бы его в отверстие и держала бы там, а затем прикрепила бы его к своему основанию. И как ты видишь, он приятный и эластичный. О, он у меня был. Нет, это хорошо. Переверни голову на второй раз. Ты просто потянешь ее за край, и она просто встанет на место. Я не собираюсь пытаться возиться с этим на камеру, потому что, конечно, это все испортит. Но в любом случае, в конечном итоге все будет выглядеть вот так. Значит, у тебя хорошая удобная ручка. На самом деле я не нашла ничего необходимого для себя. Я действительно чувствовала, что это было здорово, но определенно, если ты чувствуешь, что это не так, если тебе неудобно или ты не в том месте, это было бы отличным вариантом для тебя. И я думаю, что это одна из тех дополнительных покупок, пока я проверяла покупки. Ты же знаешь, как это бывает. Когда ты совершаешь покупки в интернете и в конце получаешь эти реальные покупки, определенно рада, что попробовала это. Но проверь это сама. Я думаю, что это стоило около 20 баксов за экстендер и насадки. Так что я пойду дальше и перейду к следующему продукту, который станет нашей тазовой палочкой-выручалочкой. Так что тазовая палочка, как я уже говорила, это скорее триггерная точка массажа. Как ты можешь видеть, я надеюсь, ты можешь видеть это прямо здесь. Итак, у тебя более заостренный край с одной стороны, а другая сторона немного тупая и плоская. И у него такая необычная форма, но он отлично подходит для проработки этих глубоких-глубоких мышц. Так что ты действительно можешь поворачивать его, наклонять и вставлять туда, куда тебе нужно. Ты можешь вставить это либо анально, либо вагинально с любой стороны, в зависимости от того, где тебе нужно достичь триггерной точки. И здесь опять же пригодится физиотерапевт тазового дна. Это только самое основное. Он пришел вместе с моим пакетом. И я действительно хочу купить два других прямо сейчас и проверить их. Так что фиолетовый это основа. В нем нет никаких дополнительных функций, кроме этой приятной гладкой силиконовой поверхности. Следующей особенностью будет бирюзовый цвет. И это вибрация. А затем у тебя также есть желтый, который является горячей и холодной терапией. Так что я думаю, что и то, и другое было бы очень приятным комплиментом, чтобы получить хороший глубокий-глубокий массаж. Я действительно хочу попробовать вибрирующий, потому что я думаю, что это помогло бы все ослабить, сделать вещи немного более удобными и немного больше ослабить узлы. Так что зацени это. Базовая цена начинается с 30 долларов, а затем самая дорогая 60. Но также и с твоими пакетами полезно знать, что при покупке ты можешь начать постепенно добавлять их или купить всю пачку целиком. Сверток, конечно, твой самый лучший. Но если ты хочешь потихоньку пополнять свой товар, она добавляет купоны. Так что ты можешь вернуться и купить у нее еще товаров. И это здорово. Но в любом случае это опять же сделано из медицинского силикона. У него такая приятная, гладкая, гладкая особенность, так что он действительно хорошо скользит. И, конечно же, когда ты используешь все свои продукты, ты должна использовать свои смазочные материалы, к которым мы перейдем всего через 2 минуты. Так что очень быстро ухаживай за ними, которые она даст тебе в упаковке. Позволь мне вытащить их первой. Так что всякий раз, когда ты совершаешь покупку, это будет прилагаться ко всем твоим товарам. Как ты видишь, у тебя есть брошюра «Маленькая тазовая блондинка». У меня есть ручка расширителей и набор расширителей. Так что на самом деле ты могла видеть здесь все размеры прямо здесь. Так что ты можешь видеть, что оно очень маленькое, прямо как палец, а потом оно доходит до восьмого размера. Но в этих пакетах это отличная информация и ресурс о том, о, это еще лучшая картинка. Хотела бы я видеть это до того, как начала это делать. Надеюсь, ты это видишь, размеры с первого по восьмой. Но здесь нужно будет позаботиться о том, как ухаживать за твоими изделиями. Они прослужат долго. Как ими пользоваться, для чего они конкретно используются, и вся эта замечательная информация находится здесь. Но, конечно, я просто использую мягкое мыло для чистки своих изделий и обязательно полностью высушиваю их перед хранением. Потому что у них есть небольшие щели и все такое с цветами и даже надписью ⁇ Интимная роза ⁇ сбоку. Если ты хочешь убедиться, я как бы даю им высохнуть, немного сушу на воздухе, а затем обязательно поглаживаю их и убеждаюсь, что они полностью высохли, прежде чем хранить. Что также дает тебе эти отличные мешочки? Давай я тебе их очень быстро покажу. Значит, это дискретные упаковки. У них есть эти маленькие сумочки, маленькая сумочка на шнурке, опять же этот милый цветок, а снаружи приятный бархат. Так что это будет прилагаться ко всем твоим товарам. Так что давай перейдем к извини. Ты знаешь, я действительно рада, что вы, ребята, проголосовали за Instagram TV вместо прямого эфира. Потому что я все еще знаю, что снимаю все это. Так что это дает мне шанс дышать и знать, что я не в прямом эфире. Так что если я что-то испорчу, я смогу сделать паузу и вернуться назад, если мне это понадобится. Но в любом случае мы перейдем от этого к смазочным материалам. Так что это смазка на водной основе, потому что она действительно предлагает, когда ты используешь этот силикон, использовать водную основу. И я должна сказать, что мне это очень нравится. Ты можешь купить его отдельно или в трех упаковках. Это на самом деле прилагалось ко всему моему набору, который стоил примерно, я думаю, около 180 долларов за всю вещь, которую я купила. Но в любом случае мне это нравится. Ты могла бы использовать его для своих расширителей, но ты также могла бы использовать их всякий раз, когда ты только вступаешь в интимную близость со своим партнером. И это отличный продукт в использовании. И потом у тебя есть бальзам. Так что я покажу тебе это. Это самое лучшее. Так что на самом деле это органический женский бальзам, и ты можешь использовать его как внутрь, так и наружно. Ты можешь использовать его со своими продуктами. Ты можешь использовать его, если у тебя какая-либо сухость, если ты испытываешь какое-либо раздражение. Так что если у тебя есть какие-либо шишки от бритья, это отличное средство для нанесения. А также ты можешь использовать его всякий раз, когда вступаешь в интимную близость. У него такой замечательный легкий запах. У него сладкий вкус. Позволь мне просто показать тебе прямо здесь. И потом и хороший легкий продукт. Я не знаю, видишь ли ты это, Наверное, ты не очень хорошо его видишь. Но это очень легкий, отличный увлажняющий крем. И, честно говоря, он отлично ощущается на моих руках. Тебе мог бы пригодиться увлажняющий крем для рук или еще что-нибудь. Он просто так хорошо увлажняет твою кожу. Я в полном восторге от него. Мне нравится, что он органический. И я знаю, что все это отличные, безопасные продукты, которые можно вводить в очень интимное место. Так что я знаю, что получаю наилучший уход всякий раз, когда пользуюсь ими. Мне это нравится. В любом случае, смазка на водной основе стоит около 14 долларов, а вагинальный крем около 25. И опять же она предоставляет купоны. Так что если ты не уверена в покупке, если ты думаешь, мне это действительно не нужно прямо сейчас, а потом ты передумаешь позже, ты всегда можешь вернуться и купить. Но я надеюсь, что это был хороший, просто простой обзор всех этих предметов. Если у вас, ребята, возникнут какие-либо дополнительные вопросы, Всегда не стесняйтесь просто оставлять комментарий ниже или можете написать мне личное сообщение. Конечно, как я уже сказала, я собираюсь пометить интоматроу Rose тегом и разместить на их веб-сайте, чтобы ее было легко найти и купить. У нее есть пара других продуктов, которые я еще не использовала. Но, как я уже сказала, я определенно собираюсь вернуться и попробовать вибрирующую тазовую палочку. А также горячую и холодную тазовую палочку, потому что это плюс. И я не могу себе представить, что эти дополнительные небольшие стимулы всякий раз, когда ты пытаешься получить этот массаж. Похоже, это было бы совершенно потрясающе. Так что еще раз надеюсь, вам, ребята, понравился этот отзыв. И дайте мне знать. А также дай мне знать, есть ли там еще какие-нибудь товары, на которые ты хотела бы, чтобы я попробовала дать отзыв. В конце концов я сделаю еще один пост в блоге обо всех моих послеродовых продуктах позже. Но я надеюсь, что вам, ребята, понравилось, и я не могу дождаться, когда сделаю с вами еще что-нибудь из этого.